38. Слева под 13 номером Данило. И поражение от Кальяри уже ничего не значило в конце сезона. Атака гостей еще одна. Удуну и в позиционном нападении способна преуспеть. Длинная передача Джованни. Вот Трипальделли. Это игрок молодежной сборной Италии. И он такой не один. Вот Ната и под 7 номером Криштиану Роналду. Из которых очень много футболистов разъезжались. В разных совершенно направлениях. Игрока туринцев к другому. Анкур. Есть Александро, между прочим. Кальяри. Джованни Симеоне. Чудстов. Кальяри поучаствовали в этой атаке. И правый защитник подключился. Вот Адам у нас. Пас на соперника. Потому что Ювентус мячом владеет заметно чаще пока в первой половине тайма. Подаст угловой. Навес. Курок. Жао Педро. Отрезан от основных сил, от основных обороняющихся сил. Форварды, я имею в виду. До того он последний раз играл аж летом. Прошли вот то, что он исполнил, было острей. Сами видите. И с определенными, конечно, специфическими взглядами на футбол. Я имею в виду Маурицио Сарри гостям. Ну а затем как-то очень увидеть этакое. Нет, положение вне игры. Бежал с 1. 27. Финальный атакующий, третье поле. Приблизились, ближе к чужой штрафной.